Я много на канале рассказываю о том, как живут инвалиды в Америке. Вот посмотрите такой бинокль, чтобы смотреть на Манхэттен. Сделан специально для инвалидов. То есть можно на коляске подъехать и посмотреть бесплатно. Не нужно никакие монетки кидать. Это для людей, которые без коляски. Они могут в этот смотреть. А это отдельно. Видите, он специально как бы под углом сделан. Все очень удобно.